Это что у тебя такое там? Кнопки. Кнопки, это выключатель. Это магнит. Это что? Кнопки. Выключатель. Вот, открыла дверцу, да, это цепочка, дверная цепочка. Кто там? Кто там живет? Пока никто не живет. Никто пока не живет. Да, обратно, конечно, тяжелее одеть. Может и получится, да? Почти получилось, Василиса. Кто это там живет? Так, а это что? Смотри, надо дверную цепочку назад положить, она будет мешать нам. А это что? Дико. Крючок это, да? Дико. Дико. Угу, пальчики туда не засовывай в дырку, ты же знаешь, да? В маленькие дырочки пальчики нельзя засовывать, могут застрять. Маленький. Да, маленькие дырочки опасно засовывать. Ну, давай, одевай крючок. Давай крючочек вот так одену, а ты будешь снимать. Вот так. Дико. Снимай крючок. Вот так. И одевай. Вот, даже одела сама, да? Крючок. Опять открыла. Кто там? Клюки. Обедки, клюки. Собаки, клюки. Кошки. Кошка, собачка, да? Какие у тебя еще замочки есть, Василис? Покажи нам. Клюки. Это выключатель. Нет, сейчас не будем. Хорошо.